Фигурное катание по праву можно считать одним из самых изящных видов спорта. Только на льду фигуристы могут примерять на себя разные амплуа – гимнасты, акробаты, танцоры. На базе Ледового дворца в Одинцово уже работает школа хоккея и фигурного катания. Теперь профессиональный спорт добрался и до Заречья. Для района открытие студии Ирины Слуцкой – событие важное. Мы развиваем Одинцовский район как центр зимних видов спорта. В прошлом году открылась большая школа фигурного катания и хоккея в Одинцово. У нас есть профессиональная лыжероллерная трасса. И вот в этот список добавилась теперь школа, которую мы сегодня открываем, новая школа фигурного катания Ирины Слуцкой. Наши прославленные фигуристки, семикратные чемпионки мира, призер Олимпийских игр 2002-2006 года, двухкратная чемпионка мира. То есть ее имя – это уже знак качества. Я уверен, что в этой школе будет повышена планка подготовки наших ребят в традициях, лучших традициях русской школы. Фигурного катания. На ледовой арене Зареченской школы царит праздничная атмосфера. Нарядная новогодняя красавица переливается разными огоньками. А Дедушка Мороз со Снегурочкой встречают гостей по-спортивному на коньках. Зал замирает в ожидании. На лед выходит двукратный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая. Увидеть своими глазами выступление известной фигуристки – большое наслаждение. После торжественного перерезания ленточки начались показательные выступления юных спортсменов. Эти танцующие утята на коньках стоят всего 2 месяца и уже показывают хорошие успехи. Фигуристы постарше удивляли зрителей сложнейшими поддержками, от которых по-настоящему захватывало дух. Для воспитанников спортивной школы это первые показательные выступления. Волнение не мешало ребятам продемонстрировать то, чему они уже успели здесь научиться. На занятия в студию Ирины Слуцкой записалось уже 120 человек. Особенность этой школы в индивидуальном подходе к каждому ребенку. Обучение фигурному катанию здесь будет проводиться по 4 направлениям. Начальное, оздоровительное, спортивное и детский театр на льду. У нас существует детский ледовый театр. Нет аналогов, в России он единственный. Есть в Санкт-Петербурге, но вот именно на территории Московской области и Москвы именно детский ледовый театр единственный. Ну и, конечно же, это желание. Подарить ребятам умение, да, подарить, рассказать, показать, научить владеть коньком, научить ребенка овладеть искусством фигурного катания. Ну, вот, наверное, это все наши приоритеты, прерогативы и так далее. Для именитой фигуристки это уже 3-я студия. Еще 2 находятся в Иваново и Щелково. Андрей Иванов надеется, что эта школа Ирины Слуцкой не последняя в нашем районе. Дарья Сутягина, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцово».